Здравствуйте, меня зовут Ержанов Алмаз. Я являюсь заведующим кафедрой металлургии и материаловедения Карагандинского индустриального университета. Наша кафедра готовит специалистов по следующим образовательным программам: металлургия черных металлов, металлургия цветных металлов, материаловедение и технология новых материалов, обогащение полезных ископаемых. В своем составе наша кафедра имеет высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. В нашей кафедре имеется современная материально-техническая база, позволяющая проводить научные исследования. Также данная материально-техническая база используется в учебном процессе. В состав наших лабораторий входит современное оборудование, которое позволяет воспроизводить основные технологические операции металлургического производства. Добро пожаловать в наш научно-исследовательский центр «Металлургия». Про оборудование, которое находится в данном металлургическом центре, расскажет наш уважаемый профессор, обладатель государственных премий и наград, также обладатель премии «Лучший преподаватель года», доктор технических наук, профессор Нурумгалиев Асылбек Хабадашевич. Научно-исследовательский центр металлургии – это уникальный у нас в Республике Казахстан, в вузовской среде, вот, где идет подготовка специальности металлургов, металлурги черных, цветных металлов. У нас вот в этом экспериментальном цехе имеется весь передел металлургии, начиная от подготовки шихтовых материалов, это значит обогащение, дробление, измельчение шихтовых материалов, потом подготовка, уже идет получение агломератов, окатыши и для последующих переделок. Получение ферросплавов, чугуна, стали и так далее. Это такой, значит, после теоретического курса для студентов, магистрантов, докторантов, это такой экспериментальная база наша. И здесь все есть лабораторное оборудование. Дробилка, вакуумная дробилка, щековая дробилка. Идет непосредственно, значит, дробление этих материалов. И пойдем в следующий. Это установка рудно-термической печь мощностью 250 кВ. И у нас имеется еще рудно-термическая печь 150 кВ. Это такое уникальное, что среди вузов она единственная такая установка. Здесь выплавляются все виды ферросплавов. Уникальность в том, что здесь участвуют студенты, магистранты, докторанты на этой печи. Идет непрерывный процесс на этой печи. И в течение 10 суток непрерывно идет процесс плавки с участием студентов, магистрантов, докторантов. Поэтому здесь непосредственно получают навыки студенты, магистранты и отрабатывают различные технологии и ближе понимают процесс самого получения различных видов ферросплавов. Это уникальная установка, агло-чаша, агло-установка. Непосредственно здесь проводятся лабораторные работы и непосредственно курсовых научно-исследовательских работ студентов и научной деятельности самих вот магистрантов, докторантов. Непосредственно здесь получают агломерат из различных шихтовых материалов после обогащения и различных месторождений. Непосредственно на этой установке проводятся испытания и получают агломерат, ну, по ГОСТовским требованиям. Установка электромагнитный сепаратор. Здесь в различных РСТЭДах работает. Здесь отделяются магнитные фракции от немагнитной фракции рудных составляющих материалов. И уникальное, значит, тоже оборудование используется в учебном процессе при подготовке студентов, магистрантов и в различных научно-исследовательской деятельности. Индукционная печь емкостью до 400 кг. Полученные здесь получаем сталь из сплавов. Полученный продукт мы разливаем в конвертер. Конвертер, здесь идет процесс рафинирования, снижения углерода. И разливаем чугун, снижение углерода, получаем сталь непосредственно. Здесь лабораторный такой конвертер, она моделирует такой промышленные конвертеры, который имеется ArcelorMittal Темиртау, где там емкостью 300 тонны. Модель доменного цеха. В масштабе 1,40 здесь представлена уникальная доменная печь объемом 3200 кубометров. Это как ArcelorMittal Темиртау. Это модель доменной печи. Непосредственно здесь абитуриенты, студенты перед производственной практикой непосредственно здесь знакомятся. Здесь такая уникальная модель. И уже на производстве они уже осознают, какая доменная печь, такой большой агрегат.
Это высота почти 9-этажного, 10-этажного дома. Ну, высокие так. Здесь получается, здесь рудные, значит, рудные материалы загружаются, да? Кокс загружает как постановитель и получает непосредственно чугун. Модель конвертерного цеха емкостью 300 тонн, масштаб 1,20. Непосредственно здесь выпыляется сталь. И чугун, значит, из доменного цеха миксером, значит, потом заливается непосредственно конвертер. Конвертер наклоняется, заливается, значит, чугун. И здесь идет процесс, непосредственно рафинировочный процесс, снижение углерода. Получает сталь, и сталь потом разливается непосредственно ковш. Здравствуйте, мы с вами находимся в лаборатории электронной микроскопии и нанотехнологий, созданной в 2008 году для коллективного пользования. Здесь проводятся научные исследования, связанные как с выполнением практических лабораторных курсовых научно-исследовательских работ, так и при выполнении дипломных работ. Перед вами ручной таблеточный пресс, предназначен для запрессовки порошков для дальнейшего исследования и определения химического состава. Перед вами образцы, полученные непосредственно учеными нашего университета. Это образцы ферросплавов, как традиционных, так и комплексных ферросплавов, разработанных учеными нашей кафедры металлургии и материаловедения, непосредственно используемые на территории Карагандинской области и Республики Казахстан в целом. Перед вами оптический микроскоп Olympus, предназначен для исследования строения структуры металлов, так как строение в целом, структура металлов определяет в дальнейшем целый комплекс качества и свойств наших металлов и сплавов. Спектролаб предназначен для определения химического состава. Преимущество прибора – это время на эксперимент. То есть здесь затрачивается буквально 2 минуты, осуществляется прыжок образца, и таким образом мы определяем химический состав с точностью до 4 знаков после запятой. Данный прибор позволяет определить наличие вредных примесей, таких как сера и фосфор, которые негативно влияют на качество металлоизделий. Мы находимся с вами в лаборатории пробы подготовки. В данной лаборатории у нас занимаются как студенты, магистранты, так и докторанты. Перед вами аналитическая лабораторная просеивающая машина, предназначена для разделения порошков по фракции от 4 мм до фракции менее 45 микрон. Перед вами вибрационная мельница, предназначена для измельчения порошков до нужной фракции. При включении прибора измельчаются с помощью стальных закаленных шариков, находящихся в рабочей зоне. Регулируем мы дисперсность порошка в зависимости от времени обработки. Чем дольше время обработки, тем более мелкодисперсные порошки мы получаем. Оптический микроскоп Leica, производство Германии, предназначен для исследования строения структуры металлов и сплавов при увеличении от 100 до 1000 крат. Сканирующий микроскоп Joel, производство Япония, предназначен для исследования строения металлов и сплавов при увеличениях от минимального до 300 тысяч крат. При больших увеличениях мы можем также наблюдать мелкие дефекты, такие как неметаллические включения, что в целом влияет на качество исследуемого металла и сплавов. Мы находимся в лаборатории просвечивающей микроскопии, где установлено достаточно уникальное оборудование, просвечивающий электронный микроскоп японского производства фирмы Joel. Его ключевая особенность в том, что он позволяет получать изображение, увеличенное примерно в 1,5 миллиона раз. Данное оборудование у нас используется не только в учебной научной работе при подготовке дипломов, магистерских, докторских диссертаций, но и также при выполнении грантовых финансируемых исследований, хоздоговорных тем. В частности, за последние полгода нашим вузом было выиграно 2 бюджетные заявки общей стоимостью более 120 миллионов тенге. И в данный момент находится еще около 10 заявок на рассмотрение общей суммы финансирования более 500 миллионов тенге. Поэтому сейчас с уверенностью можно сказать, что занятие наукой – это не только интересно, но и достаточно прибыльное занятие. Наш университет является одним из ведущих технических вузов Карагандинского региона по подготовке высококвалифицированных специалистов для металлургической отрасли. Приглашаем вас к нам на обучение.